работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы, вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, причем у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются